Идем далее. Развивать город совместными усилиями, двигаясь в одном направлении. Новый руководитель города Сергей Гордеев встретился с предпринимателями Кунгура для общения в формате открытого диалога. В стенах администрации собрались несколько десятков неравнодушных к судьбе города бизнесменов, не первый год работающих в Кунгуре и в большинстве своем являясь коренными жителями. Сергей Гордеев взял вектор развития нашего города в актуальном на сегодня направлении – развитие Кунгура как туристически привлекательного объекта. Главным союзником в этом как раз и является плотное сотрудничество с малым бизнесом. Именно поэтому градоначальнику важно знать о насущных проблемах предпринимательства. Все-таки просится светофор. Все вот эти перекрестки, которые проблемные, так называемые узкое горлышко, это все в комплексе надо. Мы воткнуть хоть где можем, да, как это повлияет на общую картину, это большой вопрос. Поэтому этот вопрос, в принципе, нами прорабатывается, причем, как Сергей сказал, там не из области фантастики, а вот сейчас, в этом году, мы должны понимание иметь, и как мы разгрузим на будущее, да, движение, какие там популярные меры, непопулярные, будем мы менять образ движения или оставим предыдущие, дополнительно это будут полосы. Вот этот там светофор ложится в эту же концепцию там дополнительной полосы, то есть все это должно быть увязано. В планах работников администрации совместная проработка стратегии развития города. Это актуально в преддверии юбилейной даты, ведь Кунгур в этом году отметит 355-летие. Актуальные вопросы, проблемы и пути их решения градоначальник взял под личный контроль. А подобные встречи в ближайшем будущем могут стать регулярными, что позволит оперативно принимать необходимые решения, улучшая внешний вид и привлекательность нашего старинного купеческого города. Готов по любому вопросу с вами общаться. То есть я для всех открыт.